Привет, друзья и подписчики моего канала. Вас приветствует Ольга в своем деревенском дневнике очень многодетной мамы. Сегодня мы на огороде для разнообразия. Животная тема у нас и так каждый день. Давайте посмотрим, что у нас тут повыросло. Даже интересно. Кустики, которые мы покупали на рынке, буквально, наверное, недели две назад, да, или три. Вот, они все прижились. Это у нас, значит, получается крыжовник. А тут дальше кустик идет жимолости. Раз. Сколько кустиков? Раз. Пять. Два, три, четыре. Это тоже крыжовник, пардон. Вон там еще другой сорт жимолости. В общем, короче, жимолости всего пять. И все разных сортов. Или почти все. Три одинаковых и два разных. Два разных, три одинаковых. Вот мне дочка подсказывает. Вот, также еще сзади меня сейчас я вам покажу кустики смородины, которые уже прям колосятся. Тоже в этом году. Да, они уже с ягодками даже. Вот они, пожалуйста. Им один год, правильно? Это только в этом году мы посадили. И вот, пожалуйста, уже даже ягодки есть. Завязи зеленые. Вот, у нас всего их три. Тут у нас чеснок, который был под зиму посажен. Капуста принялась. Мы сажали капусту рассадой. Рядом с ней растет фасоль. И далее мы видим целую площадку с клубникой. Вот клубника — это прям моя тема. Я бы ее побольше сажала, конечно. Если бы я ей занималась, то я бы ее сажала побольше. Зреет. Отлично, отлично, супер. Так, что еще нам здесь про клубнику рассказать? Растет она у нас, видите, на агрополотне, чтобы было меньше слизней, гнили, не знаю, там, что там еще, всяких сорняков мусорных. В прошлом году она прекрасно плодоносила тут, хотя она была только первый год, это вот второй год этому кусту уже, да, получается? Нормально, нормально он себя чувствует на агрополотне. Вот, поэтому двигаемся дальше, смотрим, что здесь по соседству растет. А по соседству тут малина. И, наверное, не только, да? Я так предполагаю, да, вот ежевика еще есть. Тоже все прижилось, все это посажено в этом году. Такие маленькие вот кустики. Вот этот перчик нам подарила наша подруга Ирина, с которой мы дружим. И вот он прекрасно прижился. И рассмотри, как здорово все получается. На этой площадке у нас посажена тыковка в небольшом количестве. Тыковка сладенькая на кашку. Далее небольшой кусочек редисочки. Мы любим ее добавлять немножко в салатик. Огурчики у нас еще не взошли, поэтому показать не могу их. А вот тут у нас слезы на глазах, потому что это помидоры. И эти помидоры потрепал очень сильный ветер. Они настолько были хорошими в виде саженцев, но когда мы их высадили, поднялся сильный ветер, их сильно истрепало. Но я надеюсь, что все-таки приживутся корневища и пойдет в рост. Пойдет в рост помидор. Помидоры у нас всегда очень хорошие обычно получаются. Ну, посмотрим, как в этом году будет. На этом еще пока не прополотом участке растет морковка. Морковка еще совсем малюсенькая, поэтому, если можно, я ее вам покажу чуть попозже. Ну, а тут наша экспериментальная уже второгодняя картошка, точнее, второгодние наши гряды с картошкой. Мы ее положили, засыпали вот этой соломой старой. Еще, наверное, будем добавлять этой соломы, когда она сама уже появится на свет. Вот, ожидаем хорошего урожая, потому что такой метод подразумевает, что клубни разрастаются в большом количестве, поэтому мы еще применяем веерное окучивание. Я об этом расскажу чуть позже, когда картошка появится. Ну и в завершении скажу, что тут у нас небольшие такие кусочки, островочки зелени, которые мы сажаем и подсеиваем. В принципе, все, ребят, на этом весь наш огород заканчивается. Всего лишь сотка огорода, и на которой все есть для многодетной семьи. Представляете? Ну, хватает. Тут, как всегда, у нас цветочная тема, в которой участвуют все наши детки и помогают сделать этот маленький островочек, но очень красивым. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Всего вам доброго. Не забудьте поставить нам лайк, подписаться на канал. И пока-пока.